Центральной библиотеке города Каспийска имени Фазо Алиевой состоялось очередное заседание клуба молодого патриота Отечества имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Открывая мероприятие, руководитель клуба, директор библиотечной системы Мадина Тимирова подчеркнула значимость государственного праздника – Дня России. В своем выступлении она отметила, что этот день символизирует единство многонационального народа, гордость за историческое прошлое и уверенность в будущем нашей страны. Озвучивая эти две темы, хочу сказать, что День России – это праздник, наполненный гордостью за нашу страну, ее историю и, конечно же, ее достижения. Наша Родина подарила миру выдающихся ученых, деятелей искусства, талантливых инженеров и конструкторов. И именно поэтому, благодаря их труду и самоотверженности, наша страна стала одной из ведущих стран мира. Почетными гостями встречи стали участники СВО, военнослужащие Каспийской флотилии, председатель Совета ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магометариб Якубов, ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и их правам Назим Надюрбеков, ведущий специалист аппарата АТК администрации города Рагимат Шихкеримова, сотрудница пограничной службы по городу Каспийску Юлия Козлова и юные члены клуба, юнормейцы школ номер 12 и 5, а также педагоги и вожатые. Хотелось бы всех поздравить с праздником, с Днем России. Наша страна огромная, с огромной территорией, с разными национальностями, очень такая дружная, да, богатая. Хотелось бы нам всем пожелать здоровья, крепкости духа, единства, чтобы наше будущее поколение понимало, насколько важно и нужно любить свою страну и стараться делать все во благо нашей Родины, да, то есть поблагодарить также наших ребят, которые на передовой, пожелать им крепкости духа, сил, терпения, и чтобы они в скором времени вернулись к своим родным, близким. И, конечно же, всем нам мира. Дети из клуба зачитали патриотические стихи, выражая любовь и преданность Родине. Также прозвучали песни о России в исполнении сотрудницы пограничной службы по городу Каспийску Юлии Козловой, проникновенное исполнение которых вызвало искренний отклик у всех присутствующих. Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Вторая часть мероприятия была посвящена Дню памяти и скорби. Участники почтили минуты молчания память всех, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. Участники высоко оценили важность проведенного мероприятия, выразив желание и в дальнейшем участвовать в подобных встречах, посвященных значимым датам в истории России. Завершилась встреча вручением грамот и совместным фото.